вспомнила вопрос, который очень хотела задать. Давай. Расскажи про свою бытовую жизнь. Что ты делаешь? Сколько у тебя там нянь, домработниц, помощниц? Да всю страну волнует, а ты молчишь. У меня одна няня. Так. На четверых детей? Да. Удавитель? Да. Все остальные уже все самостоятельно. Сейчас а кто тоже, водит детей, да, в школу? Водитель. Да, возит детей в школу водитель, да. Одна домработница, один одна повар. На вот этот дом огромный, одна домработница? Да, да. Мы стараемся все, что не раскидывать. Ну, чем больше дом, тем меньше раскидываешь. Серьезно? Серьезно? А, ну ты просто не бываешь под стол, конечно. Ты, алло! Конечно, ну, то есть по факту количество бардака не увеличивается в большом доме. А, все, поняла. Потому что ты все равно находишься как бы в одних и тех же пространствах, как если бы там в любом другом месте. И когда у тебя есть место, куда складывать вещи, они как-то лежат более аккуратно. И, ну и все, и охрана. То есть вот по бытовому персоналу все.